Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy S10 Lite изменить язык системы. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Общие настройки», «Язык и ввод», «Язык», «Добавление языка». Перед нами открывается полный список языков, на которых мы можем поменять язык системы. Давайте выберем, к примеру, например, украинский, и затем нажимаем «Сделать стандартным», и после этого язык системы меняется на украинский. Если же хотим поменять его обратно на русский, переходим в налаштування, затем загальне керування, мова та спосіб ведення, мова, и выбираем русский и нажимаем «Застосувати». И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!